Люди дорогие, уважаемые люди, власть имущие, простые граждане, посмотрите вокруг. Да, у нас много неимущих пенсионеров, больных детей. У нас огромное количество бездомных животных, которые уничтожают. Уничтожают просто зверски, как в какие-то первобытные общинные времена. А то, что существуют сайты этих уничтожителей, этих дог-хантеров, я считаю, что это не менее вредно, чем порно-сайты, чем сайты дерзкой проституции. Я считаю, что это просто безобразие. Давайте с этим как-то бороться. Такое в нашей стране быть не должно. Позор дог-хантерам и всем им действиям. Давайте вместе соберемся, скажем друг другу и нашим властителям, что так в нашей стране быть не должно. Не место нам жестокости. И так хватает его. Пожалейте и домашних, и бездомных животных. Спасибо. Дмитрий.